Неси появился высокоскоростной интернет. Смотреть фильмы, слушать музыку и разговаривать по скайпу стало возможным в связи с запуском в тестовую эксплуатацию оптической линии связи Мезень-Несь. Беспрецедентную модернизацию провела ненецкая компания электросвязи. Подробности у Ирины Цепетовой. За последние полгода компания провела очень серьезную работу. Благодаря наземному каналу, который заменил спутник, связь в центре Канинского сельсовета стала доступнее и качественнее. Для компании это большая победа. Для нас очень важно, это запуск наземного канала в НИСИ. Мы его запустили сейчас, он уже целый месяц работает. И жители села Несь могут пользоваться этими услугами такими же, с такой же скоростью, с такими же параметрами, значит, как и на Ринмаре или на Большой Земле. Понятно, что сейчас там, если говорить о тарифах, мы их не повышаем. Мы постарались сохранить их где-то примерно, вот особенно по НИСИ, на уровне Нижней Печорья. Для подключения скоростного интернета необходимо заполнить заявление у представителя НКС в населенном пункте или в абонентском отделе в Наринмаре и начать осваивать пространство всемирной паутины на приличной скорости. Впрочем, значительное улучшение качества связи абоненты уже заметили. Очень качественный интернет, лучше скорость стала. Сейчас она позволяет нам смотреть в режиме онлайн фильмы. В этом убедилась сама. В планах компании дотянуть оптоволокно и в другие населенные пункты округа. А пока специалисты НКС вершат другие победы. В связи с предстоящим юбилеем проводят акцию «15 лет на связи» для абонентов города Наринмара, поселка Искатели, села Несь, а также населенных пунктов Нижней Печорья. Так, с 1 июля по 31 августа будет увеличена скорость доступа к сети интернет в 2 раза на всех безлимитных тарифных планах для физических лиц без дополнительной оплаты. Ирина Цепетова, Сергей Кащегов, телеканал «Север».